Дорогие друзья, сердечный привет! Меня зовут Виктор Высоцкий. С 2002 года мы несем служение русскоязычным людям в столице Америки и ее пригородах. Но в помещении, которое мы сейчас снимаем в ренту, наши возможности для служения очень ограничены. Мы не можем даже поставить вывеску с названием церкви, и многие люди просто не знают, как нас найти. Сегодня мы приглашаем вас принять участие в строительстве Дома Божьего. Как вы можете помочь? Приобретите, пожалуйста, именной кирпич в здании церкви. Для строительства церкви надо около 150 тысяч кирпичей. Стоимость одного кирпича, с учетом строительства, с учетом участка, около 20 долларов. Пожертвуйте хотя бы на один кирпич. 20 долларов. Пожертвование на именной кирпич – это старинная традиция, когда церкви строили всем миром. Всем участникам будет отправлено свидетельство о сумме пожертвования. Имена всех жертвователей вносятся в памятный список церкви. Строительство церкви всегда считалось одним из самых благородных дел, которые может делать человек. Это достойное служение Богу, и в нем все общество принимало участие. Ведь живая церковь – это частица неба на земле. Пожертвование на кирпичик – это не только ваша лепта на храм, но и особая молитва за родных, за близких, за друзей, за всех, кто в этом нуждается. Приглашаем вас присоединиться к доброму начинанию, к строительству Дома Божьего. Искренне верим, что с вашей помощью, с Божьим благословением, мы сможем построить в столице Америки первую евангельскую русскоговорящую церковь. История нашей церкви воистину уникальна, интересна и необычна. Она не может остаться равнодушной ни одного христианина. За годы существования церковь пережила огромные благословения и выросла в большую семью любящих Бога христиан, среди которых есть представители разных национальностей. Многие из членов нашей церкви недавно пришли к вере в Иисуса. Сегодня служение церкви «Новая жизнь» выходит далеко за пределы Америки. Церковь поддерживает христиан, некоторые из которых обратились к Господу в нашей церкви и стали миссионерами в Средней Азии, Молдавии, в России, во Франции. Мы участвуем в различных благотворительных проектах помощи детям-сиротам, обездоленным в Украине, и активно свидетельствуем о Господе, открывая людям истину Евангелия. Мы от души заранее благодарны каждому, кто пожелает стать частью Божьего ответа на наши молитвы. Спасибо! И да благословит вас Бог!